Барин? Барин наш. Барин наш. В жизни главный человек наш барин. Он не большое яйцо, но вкрутую сваен. От самого начала и до итога он наш барин, барин от Бога. И хоть об этом мы и знали сами, подтвердили нам это в Божьем храме. Нам заповедь новая была подарена, с нами Бог, потому что мы барина. И если барин наш этого захочет, мы подарим ему право первой ночи. Пошути до в этом Петросян и Камеди Клабы совсем не против будут наши бабы. Круто нам хватит, не нужны пряники и плюшки. Нам любо дорого, когда нас порют на конюшне. Самый модный танец по спине в прилёпке прят. Еще на раз дайте нам барина, ой, да круче Сталина. Кто не любит барина, а мы ему похайна. А если скажет он спалить соседскую усадьбу, я отложу крестины, похороны и свадьбу. Лишь дай нам барин топоров, кольев и напалма, пока усадьба-то на нас не напала. Ищите барина и обрящите, так сказали нам в волшебном ящике. Мы, конечно, и так жизнь отдать готовы, но лучший барин бабать 200 тысяч толковых. Теперь война будет более народная, более священная и благородная. Страна любая в голову ранена, если хочет она жить без барина. Мы вылечим от этого страшного недмига врага любого, али брата и друга. Возьми ружье, натянь барина оковы. Ну где же ты еще возьмешь 200 тысяч толковых? Но водится еще врагов хороводина, тех, для кого не барин родин, кому не заменил еще он отца и мать, кто дубину в руки не хочет брать, тех, кому в голову впарено, что можно жить без барина, кто задает вопросы, зачем и почему. Так а че, барин наш?